Привет, братцы рыбаки! Сейчас я вам покажу, наверное, самый простой способ, как изготовить вот такой вот лепесток для вращающейся блесны, буквально там минуты за 2-3. Итак, для изготовления шаблона нам понадобится 27-й трубы, небольшой кусочек. Также понадобится какой-нибудь кусок резины мягкой. Ну и непосредственно сам материал. Для наглядности я просто покажу это вот от старого календарика. Жестянка также подойдет, любая латунька, там консервная банка, ну и так далее. Что у вас попадется под рукой. Отрезок понадобится, ну примерно 1-1.5 сантиметра по толщине. Вот, примерно вот такой вот. Немного его выравниваем. И снимаем фаску. С внутренней части также можно убрать вот эти вот заусенчики. Дальше зажимаем в тиски и начинаем поддавливать аккуратненько. Тут главное не переборщить. Вот такой вот овальчик получился. Это и будет формочка для будущих лепестков блесен. Если где-то получилась вогнутость, при помощи зубила можно это вот все вот таким вот образом выровнять. Вот заготовочка и готова. Теперь можно уже приступать непосредственно к формированию самого лепестка. Берем резину, можно даже потолще взять, просто вот у меня что попалось под рукой, с того и буду делать заготовку. Под лепесток вращающейся блесны кусочек вот этой трубы аккуратненько это все вставляем в тиски и начинаем поджимать, не спеша, вот так вот поддавливаем. Вот такая формочка получилась. Теперь ее остается аккуратненько вырезать ножницами. Этот лепесток я делал для определенной цели. В следующем видео я покажу, как сделать очень простую блесенку. Ну и соответственно, если вам нужны лепестки побольше, то ищите трубу с большим диаметром, но если меньше, то с меньшим диаметром. Соответственно, если вы будете делать лепестки с консервных банок, после изготовления необходимо покрыть лаком, чтобы она не заржавела после первой и второй рыбалки. Ну а так вот, пожалуйста, готовый лепесточек для вращалки, буквально на коленке, за несколько минут работы. Так что ничего тут сложного нету, кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Свои варианты предлагайте, если у кого есть. Всем спасибо за просмотр и всем пока, до новых видео.